Вот, значит, следующая песня называется «Бортпроводник», она мне тоже, вот стихи попались, по интернету прислали люди, а поскольку содержание вот про бортпроводников, которые уже не летают, и у пилотов, которые тоже уже не летают, много общего, которые когда-то мотались по эстафетам, а потом наступает другая жизнь. Вот. Автор стихотворения Андрей Звягин, как он сам сказал, вообще стихотворение называется «Бывший бортпроводник». Вот. Ну и опять же с ним связался, попросил разрешения, он говорит, да, конечно, потому что там вот есть стихи, которые, вернее, строчка, которую он когда-то взял из моей песни. Вот так что у нас такое сотрудничество. Он тоже в этом зале. Я потом вам его представлю. Просто песню. Безумной жизни карусель ушла к другим по эстафете. Ложишься спать в свою постель, не вскакивая на рассвете. Твой кофе в графике забит, и выходные в воскресенье, но гул турбин в ушах звенит. Но гул турбин в ушах звенит, и нет от этого спасения. Тоскуешь ты по городам, где был ни раз, ни два, ни десять. Бортпроводник он как цыган, оседлой жизни омут пресен. И в аэропорту опять слегка заноют где-то нервы, и будешь долго повторять, и будешь долго повторять, я не последний и не первый. Да, ностальгия достает, ты сам порой не замечаешь, как в небе каждый самолет подолгу взглядом провожаешь. Иной у жизни ритм бывает, но рвутся крылья к солнцу выше, и часто по ночам летает, и часто по ночам летает бортпроводник с приставкой «бывший». Часто по ночам летает бортпроводник с приставкой «бывший». Спасибо. А теперь я прошу на сцену Андрея Звягина, автора стихов, поэта, и он сейчас прочтет своих парочку стихотворений.